Здравствуйте, меня зовут Кривцова Анна, я дизайнер украшений и аксессуаров ручной работы, а также являюсь членом жюри международного конкурса Golden Time Talent. Я поздравляю всех участников с такой великолепной возможностью показать себя, свою внутреннюю и внешнюю красоту вне общепринятых стандартов и каких-то ограничений по возрасту. Как по мне, это идеальный конкурс, где можно испытать себя и при этом получить эйфорию от процесса видеопрезентации и ее съемки до момента оглашения результатов. Однозначно, каждый участник уникален, талантлив и неповторим, красив по-своему. Хочу обратить внимание действующих конкурсантов и тех, кто только планирует участие, на то, чтобы вы по максимуму рассказали о себе, показали свои таланты, увлечения, хобби, все то, что вас наполняет, делая счастливыми. Также по поводу видео. Вам стоит обратить внимание на то, чтобы планы были вблизи, на дистанции, в движении. Так ваша видеопрезентация будет более динамичной и интересной. Мы сможем вас рассмотреть с разных сторон. Немножко попробовать побыть рядом. Знаю, что волнение и неопытность порой играют злую шутку. И это вам мешает показать себя, рассказать более спокойным голосом, показать свой мир. Поэтому мне помогает одна вещь. Первое – это то, что нужно понять, что это не прямая трансляция. И вы можете переснимать видео до тех пор, пока не будете довольны результатом. И сделать такую себе нарезку. Второй момент – это то, что просите помощь. У вас есть близкие, которые с радостью вам помогут, снимут вас с разных сторон. Какой-то заснимут процесс работы, например, над картиной, как вы рисуете. Возможно, вы занимаетесь йогой, как, собственно, у некоторых конкурсантов это было снято. Вы танцуете, вы поете, вы ходите на кастинг, вы делаете какую-то фотосессию. С разных сторон это очень любопытно наблюдать. Нам просто действительно это приносит удовольствие наблюдать за вами, как вы развиваетесь всесторонне и насколько вы многогранны. Я очень рада быть частью этого конкурса, познакомиться со всеми вами благодаря вашему участию в видеопрезентациях и понять для себя, что нет пределов красоты. Неважно, с какой вы страны, какого вы пола, какого вы возраста, чем вы занимаетесь, вы все прекрасны, и можно развиваться, и нужно развиваться в любой момент своей жизни. Нет каких-то стандартов, просто нужно в себя верить и действовать.